В конце прошлого года глава государства провел встречу с представителями подрастающего поколения в школе имени Мухаммада аль-Хорезми в столице. В ходе открытого диалога были обсуждены проблемы в жизни молодежи, актуальные задачи, а ответственным лицам даны указания по работе с подрастающим поколением. Определены аспекты по реализации каждого направления и 5 инициатив в районах и городах. Тогда прозвучало, что нынешний год призван стать поворотным в государственной молодежной политике. В свою очередь, инициативные и прогрессивные молодые люди сегодня сами стремятся стать участниками происходящих в стране процессов. Так, молодежные отряды прибыли на дно осушенного Аральского моря, чтобы сделать свой родной край экологически чистым. Мурат Садыков с места события. Веселые селфи на фоне самолетов, участие в аэропосеве и вождение тракторов. Именно так каракалпакская молодежь предпочитает проводить свои зимние каникулы. Почему? Да потому что это очень весело и интересно. Тем более есть осознание того, что ты вносишь лепту в важный исторический процесс. Восторг, радость и удивление. Вот такие эмоции преобладали у членов молодежных отрядов, прибывших на дно осушенного Аральского моря. Да это и понятно. Развернутая работа в эпицентре экологической катастрофы еще никогда не достигала таких грандиозных масштабов. 4 самолета, несколько сотен тракторов, большое количество другой спецтехники. Но все же главной движущей силой этого исторического процесса становится молодежь. Молодежь инициативная, прогрессивная, полная энтузиазма. Она сегодня все теснее объединяется между собой во имя главной цели – сделать свой родной край экологически чистым, благоустроенным и комфортным для жизни, тем самым активно поддерживая важнейшие инициативы президента Шавката Мирзиёева. Мы, молодежь Каракалпакстана, приехали на дно осушенного Арала, чтобы внести свою лепту в озеленение этой территории. И хочу сказать, что я до глубины души восторжена тем, что я сегодня увидела. Такие немыслимые масштабы. Это все мы видели во время облета. Также мы собственноручно водили и трактор. Работа, инициированная президентом, просто впечатляет. Призываю всю молодежь присоединиться к нашему движению. Это так здорово. Жанеде президент мыздың был басламасы бізеге бір күш қуат болады деген мүттемен. Сол барлық халқымыздың жасларын көмекке шақыруға шақырып қаламан. Аккуратно. Снимайте семечко и ложите в мешок. Снимайте и ложите в мешок. Академик Зиновий Новицкий инструктирует молодежь, как правильно собирать семена саксаула. В этом деле пустынное растение требует особого подхода. Ребята приступили к делу с большим энтузиазмом. Даже устроили между собой небольшое соревнование. Кто быстрее и больше соберет семян. Но дело и не в награде. Важнее ощущение того, что ты становишься участником крайне полезного занятия. В повседневной жизни вряд ли увидишь вот такую необычную картину – стройные ряды легендарных кукурузников. А потому просто грех не сделать селфи на фоне крылатых машин. После ребята пошли исследовать самолеты и даже помогли солдатам загрузить семена саксаула. И все это происходит в атмосфере единства, братства и дружелюбия. Ознакомиться с масштабом проделанной работы не только с земли, но и с неба. Ребят пригласили на борт самолета. Отсюда и виднее лучше, и эмоции совсем другие. Как видите, аэроэкскурсия вызвала у ребят массу положительных эмоций. Ведь далеко не всегда можно увидеть легендарный Арал с такого ракурса. А это уже грузовые кукурузники. Вот так 4 крылатые машины, бороздя просторы аральского неба, сеют сотни килограммов семян саксаула. Ну а между тем, члены молодежных отрядов сели за баранку тракторов, чтобы лично сделать свою песконакопительную борозду, где вскоре взойдут первые всходы пустынных растений. По словам новоиспеченных механизаторов, современная техника легко управляемая, а потому работать в таких условиях одно удовольствие. Раз уж речь зашла о первых всходах, то еще раз напомним, в
прошлом сезоне на дне Арала удалось создать свыше 500 тысяч гектаров зеленых насаждений, большая часть которых благодаря аэропосеву. Большая ставка на авиацию делается и в этом году, говорит активный участник этого процесса летчик Виктор Зуев. В прошлом году мы освоили 300 тысяч гектаров, чисто аэропосев мы сделали. Это три борта работала авиакомпания специальных авиаработ. Сейчас в этом году план на 510 тысяч гектаров. Мы уже где-то вторую часть обработали. Это около 150-120 тысяч гектаров. Когда человек сажает дерево, он в восторге от этого, что оно принялось и растет. Когда видишь сходы и труды, то радуется душа. И вновь об атмосфере, царящей в молодежных отрядах, прибывших спасать Арал своими руками. Она здесь просто отличная. Ребята общаются в неформальной обстановке, обсуждая новые акции по привлечению представителей подрастающего поколения в свои ряды. Ведь это не просто полезно, но и интересно. Песни вокруг костра, большое количество необычной техники и море энтузиазма. А потому и поется от души. Президентем Назир салған жас қала. Мені бүгін айланды бір бостанға.